И в продолжении темы о юбиляре. Быть востребованным, полезным для окружающих очень важно для человека. Это великое счастье по такому принципу строить свою жизнь Юрий Ким. Юрий Федорович – личность известная, заместитель председателя областного филиала Ассоциации корейцев Казахстана. В прошлом стоял во главе спорта области. Сегодня ему исполняется 80 лет. В семье Юрия Кима из поколения в поколение передают благодарность казахской земле, которая в годы лихолетия приняла обездоленные народы, стала для них родным домом. В их числе были и депортированные с Дальнего Востока корейцы. Пережившие несколько волн страшного голодомора, казахи делились последним куском хлеба и кровом. Но самое, наверное, главное то, что мы приехали в Казахстан, и здесь народ, который проживал, это был такой народ, который принял нас, корейцев. Потому что я понимаю, что в 1937 году они только-только пережили голодомор 1933 года. И, конечно, сами были в таких тяжелых экономических условиях. Моим родителям, допустим, даже казахи дали теленка. Это такой шаг, который для того времени, наверное, был очень большим, потому что они сами голодали. С тех пор прошло вот уже 85 лет. После ужасов депортации 85 лет мира, покоя. Юрий Федорович по стопам родителей, педагогов выучился на учителя физики, но любовь к спорту взяла верх. Заметив спортивный и организаторский талант Юрия Федоровича, его назначили директором ЮСШ по легкой атлетике. Затем пригласили в областной комитет спорта. В 1989 году Юрия Федоровича назначили председателем спорткомитета. По отзывам бывших коллег и учеников, годы его руководства сферы вошли в отдельной строкой в летопись области. Когда он работал в спорткомитете, подготовили к Казахстанскому спорткомитету на хорошем учете, почете был в Казахстане, подготовили чемпиона мира по велоспорту Садбалдиева, олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Илья Ильин. Он научил мне, как обращаться с людьми, учил жизни. В тренерской работе у нас такие золотые у него слова были. Оказывается, должен быть талант. Генетический талант, который может быть выше нормальных людей. Поэтому надо искать, говорит, талант. Вот у него было такое наставление. Вот Юрий Федорович был один из тех, который сам прошел азы. От тренера до зама потом стал. В 1974 году стал зампредом облспорткомитета. Я как казлардинский гражданин добился больших успехов в спорте, это благодаря ему. После выхода на заслуженный отдых Юрий Федорович активно занялся общественной работой. Он заместитель председателя областного филиала Ассоциации корейцев Казахстана. Аксакал считает одной из основных задач ассоциации воспитание молодежи патриотами своей страны, уважение к ее ценностям, пропаганде государственного языка. У меня родители все владели казахским языком, потому что отец работал всю жизнь в поселке, и мама тоже работала. Вот. Я, конечно, прекрасно понимаю, что мы должны владеть, потому что если мы находимся в государстве, знать государственный язык мы просто обязаны, это закон. Об этом я и говорю своим детям и своим внукам. Семья у Юрия Федоровича интернациональная. Одни из кудалар семьи – казахи. Супруга Рима Ивановна, в прошлом учитель начальных классов, вместе уже 43 года. Благодарен по жизни, что я вот встретил свою супругу. В 80-м году она была еще студенткой пединститута. Я уже работал. Я постарше ее намного. Ну, так получилось, что это девушка, которая мне запала в душу. В общем, я сумел как-то ее все-таки уговорить выйти за меня замуж. Вот мы уже живем с ней 43-й год. Ну, у нас два замечательных сына. 2 года тому назад рубиновую свадьбу провели. Но сейчас думаю, что золотую свадьбу мы тоже проведем. В жизни есть, наверное, такой человек у меня, которому я благодарна буду всю жизнь за его внимательность, проникновенность, романтику и любовь. Это мой муж Юрий Федорович. Это моя опора, мой лучший друг. Юрий Федорович – патриот Казахстана, любит свой родной город. Все эти годы, вот, которые я живу в Казахстанской области, я, во-первых, должен сказать, что я никогда не испытывал себя чужим. В школе, в институте, вот, и на работе я никогда не чувствовал себя чужим. Я никогда не чувствовал, что как-то на меня каким-то образом давят, ущемляют. Вы знаете,
Потому что я, ну, вот учился я спокойно, в институт поступал спокойно, закончил в институт спокойно, стал работать, стал продвигаться по службе. Но никогда никто мне не говорил, что ты корейский не вырастешь. Если бы было какое-то ущемление, я бы никогда не дорос до этой должности. И 80 лет юбиляр в отличной форме. Секрет его формулы жизни – быть востребованным, постоянно учиться и относиться к любому делу с ответственностью. Динара Сансыбаева, Санжар Мансур, Дархан Токсейт, телеканал «Кызылорда».